Аурелио Бруни, современный художник из Италии. Его самые ранние работы больше примыкают к направлению сюрреализма. Это очень четко ощущается в созданных им образах. Изысканность, эстетика, чувственность работ вызывает легкое ощущение меланхолии, одиночества и задумчивости. Именно таким духом насквозь пропитаны потрясающие картины Аурелио Бруни. Родился художник в городе Блера 15 октября 1955 года. Получил диплом по специальности сценография в Институте искусства Спалетто. Как художник он самоучка, так как самостоятельно возводил дом знаний на фундаменте, заложенном еще в школе. Рисовать маслом начал в возрасте 19 лет. В настоящее время живет и работает в Умбрии. Ранняя живопись Бруни уходит своими корнями в сюрреализм, но со временем он начинает ориентироваться на близость лирического романтизма и символизма, усиляя это сочетание изысканной утонченностью и чистотой своих персонажей. Одушевленные и неодушевленные объекты приобретают равное достоинство и выглядят почти гиперреалистично, но при этом не скрываются за занавесом, а позволяют увидеть суть своей души. Многогранность и изысканность, чувственность и одиночество, задумчивость и плодотворность являются духом Аурелио Бруни, питаемым великолепием искусства и гармонией музыки. Я родился 15 октября 1955 года по чистой случайности в Блере, деревне недалеко от Витербо, неизвестной большинству людей, а также мне. Сейчас живу в Умбрии. Первые 9 лет моей жизни наполнены смутными и приятными воспоминаниями о человеке, который убежден, что мир, несколько квадратных километров открытой и изолированной сельской местности, можно легко контролировать. У меня было мало товарищей по играм, но было много воображения, чтобы заполнить дни, которые щедро открывались передо мной и давали мне контакт с природой, прекрасной и изменчивой по мере того, как времена года. Местами, где я проводил большую часть своего времени, были плохо мощенные улочки, крутые склоны и глубокие пропасти, где я представлял себе невидимых духов и величественные дубы. Можно принять решительное, но необходимое решение. Меня отправили в школу-интернат для мальчиков-сирот в Спалетто. Адаптация к новой среде, состоящей из строгих правил и однообразного расписания, была трудной и болезненной. Тишина, царящая в этих печальных спальнях, не была гармоничной тишиной сельской местности. Дни больше не принадлежали мне, и природа во всем ее великолепии была закрыта. Школа не смягчала ни одиночества, ни беспокойства мальчиков, с которыми приходилось иметь дело. Но я нашел некоторое утешение в конструировании странных предметов, таких как искривленные сундуки, непроницаемое дерево и зооморфные фигуры, которые дали мне некоторое ощущение свободы открытых пространств за его пределами. Я начал ценить терапевтическую природу искусства и видеть в художнике посредника, который выходит за пределы реальности, проецируя ее в идеальное измерение. И учителя, и одноклассники признали эту способность рисовать. И как естественное следствие, после неполной средней школы я начал учебу в средней школе на факультете театрального дизайна. Однако в годы протестов школа, слишком преданная политике, мало что мне предложила, и я не смог воспользоваться возможностями, которые предлагала школа. Тем не менее, многочисленные публичные собрания и демонстрации, в которых я не был обязан принимать участие, дали мне возможность уйти самому и заняться рисованием маслами. Без инструкторов.
и на этих дешевых полотнах обрели форму огромных жуков и чудовищных насекомых, о которых говорил я не знаю что, если только это не было моим собственным беспокойством. У меня росло убеждение, что художник может быть посредником между природой и красотой и с помощью своего воображения может превратить фантастическое в кодифицированный и осязаемый мир. Эти инстинктивные ощущения в моем постподростковом сознании усилили мое нежелание принимать абстрактную живопись, обязательный путь к современному искусству. Я понял, что эта иррациональная часть человеческого опыта выходит за рамки красоты и фантастики, выстраивая свои собственные правила и отвергая объективное общение. Я понял это, но не принял. И это подтвердилось еще раз после моих выпускных школьных экзаменов, когда я стал посещать музеи и читать для себя книги по искусству. Я был уверен, что буду художником будущей жизни, и начал совершенствовать свою технику и осваивать различные методы рисования. Магрит привлек мое внимание. Его способность передавать невидимое видимым и подобного рода мизансцену обычных объектов в абсурдных контекстах полностью совпадала с моими собственными мыслями. И я использовал этот вид живописи в течение нескольких лет. И до сих пор на моих картинах есть его следы. Затем, прыгнув во времени, я открыл для себя фламандский мир Босха, который приветствовал меня в своем саду наслаждений, ведя меня в лабиринт своего фантастического мира подсознания, где я чувствовал себя совершенно непринужденно и не удивлялся, видя за райскими цветами чешуйчатые цветы, матки и слизистые тела ящериц. С Брейгелем я вернулся в детство. В полях, лесах, моченых улочках и бесконечных горизонтах я узнал запахи природы, которыми я обладал в детстве и которыми я владел. Все фламандские картины 15 и 16 веков опьяняли меня. Это была потрясающая, виртуозная прозрачная техника, в которой я черпал вдохновение. Полифония невероятных красок с нишами и лестницами, уходящими в темноту, была для меня настоящей лабораторией. Став более опытным, но все же далеким от этого, я добрался до Караваджо. Откуда исходит тот яркий свет, который освещает тела, предметы и драпировку? И эти безымянные лица, изумленные, преображенные, чья плоть отражает изумление, ужас и изумление, свидетели событий, больших, чем они сами. Если вы уберете этот свет, все превратится в страдания и разложение. Когда я на самом деле увидел обращение святого Павла, я был тронут до слез. Потом Рембрандт. В его картинах свет казался неотъемлемой частью самих цветов, а не исходил из внешней точки. Подобно звездам, его герои наслаждаются собственным источником света. Тернер был для меня еще одним царством радости. Чтобы полностью оценить атмосферу в его картинах, нужно хорошо натренировать глаз. Свет окутывает его предметы жидким очарованием, проникая в каждую клеточку. Каспар Давид Фридрих помог мне понять сущность живописи. Часто в одиночестве я бродил по его аббатству в дубовом лесу, в холодных зимних туманах. Его пейзажи – бесконечные пространства. Они вызывают легкое чувство меланхолии, несколько тревожат, и даже если изображены с высокой степенью технического совершенства, воздействие больше на душу, чем на глаз. Эти и многие другие мастера сформировали и обучили меня, и в возрасте 49 лет я обнаруживаю себя художником-реалистом, время от времени вторгающимся в гиперреализм, сюрреализм и символизм. То есть в современном художественном мире, в котором есть все это и многое другое. Осознавая, что каждый художник – дитя своего времени и поэтому всегда является посланником современных ценностей, я думаю, что если он убежден в том, что создает, он морально обязан совершенствоваться и дальше для себя и других.